Нет. Я помню, что я любил делать фотографии себя, но не селфи, а ставил фотоаппарат раньше. Вот старые еще с пленкой фотоаппараты были, где ты можешь поставить замедленный режим, отбежать, сесть, и он тебя фотографировал, этот фотоаппарат. Вот. Я делал такие фотографии, я любил делать такие фотографии, когда мне было особенно плохо в жизни. Вот, чтобы потом эта фотография была, и спустя несколько лет я вспоминал, как мне было плохо и как мне хорошо сейчас. Это я делал. А селфи, как... Ну, вообще, селфи, я должен сказать, что, на мой личный взгляд, селфи... Селфи – это пустота. В том смысле, что селфи приобрело какое-то вот такое массовое значение, да, или стало таким поветрием. Вот. Хотя, на самом деле, если вдуматься, это ничто. Это трудно определить, что это такое. Вот. Это запечатление себя там, в данный момент, в какой-то конкретной остановке времени, вот этот момент в истории твоей жизни там, и так далее. Но я отношусь к людям, которые очень осторожно относятся к внедрениям технологий, то есть, там, скажем, к социальным сетям и так далее, потому что мы еще не знаем, как это обернется. На самом деле, мы не знаем, какая мощная мина может и нет, но, а может и да, заложена вот в этих всех вещах, и куда это все ведет. И поскольку я человек медленно соображающий, вернее, медленно приходящий к каким-то выводам, вот, я всегда жду. Поэтому я никогда не был технологически продвинутым человеком. У меня коммуникатор, скажем, не просто телефон обычный, примитивнейший, а коммуникатор появился там пару месяцев назад.